Гатсу и компании необходимо как можно скорее покинуть пепелище, однако Ширке после использования заклинания тяжело ходить. Гатс решает помочь ей и предлагает сесть на спину. Забравшись на его спину, она просит прощения, ведь ему тоже досталось, но мечник говорит, что она весит как птичка. Дела плохи, все лодки сгорели. Пока Манифика ноет, Родрик думает, где бы им раздобыть лодку. Но тот Гатс вновь ощутил боль от клейма. Он тут же крикнул всем, чтобы они вернулись назад. Мгновение спустя очередная громадная тварь появилась из воды. И как оказалось, она была не одна. Ситуация стала хуже некуда. Ширки напугана. Она больше не сможет использовать магию. Мечник просит ведьму слезть с его спины. Волшебница взволнована. Заглянув под плащ, она видит зверя тьмы. Увидев это, Ширки прижимается к Гатсу. Она понимает, что в таком состоянии у нее не получится вернуть его. Но ситуация складывается так, что у Гатса просто нет выбора. Как бы Ширки ни старалась, зверь тьмы берет вверх, и мечник, позабыв о ней, бросается в бой. Астральное тело волшебницы засасывает в доспех, а Гатс летит в пасть к морскому чудищу. Оказавшись внутри, он довольно быстро уничтожает тварь. Его движения молниеносны, а удары безжалостны. Наблюдавшие впервые за мечником в броне, Манифика и Родрик шокированы. Он стал быстрее и сильней. Теперь он точно монстр. Но их быстро разочаровывают. Ведь если что-то пойдет не так, он их не пощадит. Исидора просит Ширки сделать что-нибудь, но она без сознания. Форнеза понимает, что ее наставница сейчас не здесь. Гатс продолжает истреблять громадных тварей. Без особого труда он уничтожает одну за другой. Монстры не успевают реагировать. Кажется, что они не представляют никакой опасности для него. Ширки не понимает, где оказалась, но очень скоро к ней приходит понимание, что она внутри доспеха. Ее затянуло сюда из-за того, что она попыталась схватить Гатса. Волшебница видит зубастые пасти. Неужели именно это ощущает Гатс, когда в доспехе? Пока девушка пытается разобраться, мечник продолжает истреблять чудовищ. Тем временем остальные думают, что им делать. Если они сядут в лодку, то скорее всего потонут. С другой стороны, скоро не останется монстров, и тогда Гатс переключится на них, и Серпика, как никто другой, понимает это. Сражение мечника продолжается. К сожалению, он был слишком неосторожен, и одному из чудовищ таки удалось достать его. Гатс харкает кровью. Тем не менее, доспех не дает ему сдаться. Спустя мгновение чудище было повержено, и оно оказалось последним. Гатс истекает кровью, и скорее всего, очень скоро его меч направится на друзей. Но тут показался кушанский корабль. Ширки чувствует ауру главного кушанского мага, который в свою очередь поражен, что существо, которое способно потопить десяток кораблей, убито так просто. И даже не армией, а одним мечником. Увидев его, товарищи Гатса поражены. Человек парит. Неужели это еще один маг? Дайба посмотрел на Гатса и решил, что, судя по всему, это необычный воин. Затем он что-то почувствовал. Неужели у него есть прана Дурги? Огненное колесо, спалившее Дака. Его природа отличается от кушанской магии. Это крайне любопытно. Ширки понимает, что перед ними маг. Старик представляется, а после говорит, что он воспользуется своей магией, дабы узреть, какую магию используют они. Ширки чувствует ярость Гатса. Наконец, мечник не выдерживает и бросается в атаку. Волшебница понимает, что это очень плохая идея, но сделать с этим она ничего не может. Гатс несется на мага, но его останавливает призванный торнадо. Поглотив мечника, стихия устремляется в небо вместе с ним. Ширки поражена. Этот маг такой могущественный, он практически не читал заклинания. Такова сила восточной магии. Волшебница не питает иллюзий. Если они упадут с такой высоты, то даже вода не сможет смягчить удар. К ней приходит идея. Раз доспех поглотил ее, значит она сумеет это сделать. Сознание Гатса искажено вихрем ненависти. Волшебница коснулась головы Гатса, а после попросила его очнуться. И зверь тьмы отступил. Наконец, сознание мечника становится ясней. Но дела лучше не стали, ведь они довольно высоко. И сейчас камнем вниз летят в объятия смерти. Дайба, наблюдая за падением мечника, разочарован. Не так уж этот парень и хорош. Но Гатсу удается найти выход из сложившейся ситуации. При помощи меча он начинает маневрировать, а после цепляется за паруса, смягчив свое падение. Но судьба мачты оказалась незавидной. Дайба поражен его находчивости. Серпика, глядя на это, задается вопросом, как ему удалось мгновенно сориентироваться. Неужто это инстинкт берсерка? Дайба восхищен. Старикам такое в голову не придет. Но раз первая попытка не прошла, тогда он попробует кое-что другое. Мечник замечает, что мачта падает,
и бросается спасать своих друзей, минуя все препятствия на своем пути. Маг устроил настоящий шторм, Родрика и остальных окатывает водой. Исидора беспокоится, что если Гатс упадет в море, то утонет. Мечник уже совсем рядом, и как всегда у него получается в последнюю секунду спасти своих друзей. Однако ранение дает о себе знать, но преодолевая боль, ему удается отшвырнуть мачту. Родрик тут же отвешивает комплимент мечнику, но малой просит его помолчать, ведь Гатс сейчас опасен, Серпика не сводит с него глаз. Неожиданно для всех Гатс сказал, что завтра у него все мышцы будут судорогой сводить. Исидора поражен. Неужели он нормально соображает? Мечник отвечает, что этот удар полностью прояснил его рассудок. Форнеза удивлена, ведь на нем шлем. Гатс молвит, что за это стоит благодарить маленькую волшебницу. Она отлично знает свое дело. Ширки тут же благодарит его. Но расслабляться времени нет. На героев надвигается новая напасть. Их накрывает водный вихрь. Дайба, наблюдая за этим, отмечает, что у него получилось пробудить свой разум. Но вот сможет ли он сражаться с ним без мощи берсерка? Гатс и Серпика спасают девушек от атаки мага. Мечник узнает это жжение в шее. Видимо, он сражается с апостолом. Или же он как-то связан с ними. Что ж, тогда он своей рукой уничтожит его. Зверь тьмы вновь начинает брать верх, но Ширки вовремя приводит его в чувство. Еще немного, и он бы раздавил Форнезу. Но в этот раз обошлось. Волшебница спрашивает, в порядке ли он. После утвердительного ответа она просит его следить за собой. Ведь если в его душе воцарится гнев, доспех завладеет им. А если такое случится, то произойдет нечто страшное. Гатс говорит, что знает это. После чего он просит Серпика помочь ему. Юноша без промедления соглашается. Малой тоже рвется в бой, но Гатс против этого. Дайба же устал ждать схватки. Еще немного промедлений со стороны врага, и он призовет цунами, чтобы закончить все одним махом. Серпика замечает, что старик что-то говорит, и Гатс догадывается, чего он хочет. Наконец, мечник и Серпика атакуют. Гатс понимает, что ярость и боль высвобождают силу доспеха, но он не может довериться ей. Ему нужно как-то подчинить эту силу. С этим решает помочь Ширке. Она хватает его лицо и говорит, чтобы он сконцентрировался на силе. На пути мечника возникает торнадо, но ударом меча ему удается разрубить его. Дайба впечатлен. Серпика обгоняет Гатса, он уже совсем близко. Способности юноши стали сюрпризом для деда. Неужели человек может управлять воздухом? Серпика пытается нанести удар, но Дайба призывает торнадо. Благо юноше удалось увернуться. Старик отвлекся, и Гатс попытался этим воспользоваться. Но в последний момент Дайбе удается увернуться при помощи торнадо. Старый даже немного испугался. Все-таки стоило прожить столько лет ради того, чтобы повстречать таких противников. Однако боги помогут старику не понести поражения от юных, ибо он молится им каждый день. Но тут в спину Дайби прилетает бомба. От такого его молитвы уберечь не смогли. Шкет таки пошел вслед за Гатсом, хоть его и не просили. Потеряв концентрацию, маг падает. Он был слишком неосторожен. Гатс тут же пытается достать его, но у мага есть еще туз в рукаве. Внезапно корабль начинает трещать по швам. Дайба призвал нечто ужасное, хоть и выглядит это как довольно большой червь. Маг говорит, что и подумать не мог, что ему придется призвать кундалини. Ширки понимает, что перед ними причина, почему маг смог создать торнадо, не прибегая к множеству заклинаний. Ведьма предупреждает мечника. Эта штука куда опаснее предыдущих монстров. Существо нападает и Гатс атакует, но у него не выходит, потому что это всего лишь вода. Кундалини вновь атакует. Мечнику удается увернуться. Это было куда опаснее предыдущей атаки. Дайба молвит, что у воды достаточно мощи, чтобы дробить камни. Если она вся соберется в один поток, даже алмаз не выдержит. Кушанские работяги изо всех сил пытаются спастись с тонущего корабля. Мечник всеми силами старается нанести урон чудищу. Однако воду нельзя разрубить. Гатсу приходится сменить позицию. Ширки просит его быть осторожнее. Эта штука не так слаба, как фамильяры. По своей природе она подобна кельпи. Только куда сильней. В некоторых религиях ее ставят в один ряд с богами. Ведьма обращает внимание мечника и Серпика на то, что находится внутри ее тела. Там находится какая-то плавающая тень. Это и есть ее истинное тело. А огромная оболочка и смерчи были созданы с помощью элементали Ундин. Сперва Гатсу нужно убить эту штуку. Правда, это будет очень сложно. Ее тело подобно реке. Нужно переплыть ее. А уж потом попытаться поймать это в созданном шторме. Гатс отвечает, что они ничего не добьются, если будут лишь прыгать вокруг да около. Он бросается вперед, преодолевая каждое препятствие.
Дайпа удивлен его прыти. Мечнику удается приблизиться к истинному телу Кандалини. Он пытается разрубить его, но попытка не увенчалась успехом. Гатс падает в воду. Дайпа называет его глупцом. Когда он в воде, это равносильно тому, что он оказался в самой Кундалини. Что ж, пусть отправится на корм рыбам. Пока маг наблюдал за мечником, Серпико смог подобраться к нему и нанести удар. Впрочем, дед и в этот раз сумел сориентироваться и укрыться в Кундалини. Серпико приходится отступить. Пока дед прятался, мечнику удалось кое-как выбраться на поверхность. Ширки спрашивает, как его состояние. Гатс отвечает, что в доспехе ему нехорошо, но и неплохо. Дайба, заметив, что мечнику удалось спастись, говорит, что теперь-то он знает, что ни один клинок не в силах ранить Кундалини. Сам же маг может пробыть в воде полчаса при помощи йоги. У воителя нет никаких шансов. Так пусть не тратит время и станет жертвой Кундалини. Сказанное магом пронеслось в головах всех, нехило напугав тех, кто был на берегу. Ширки говорит, что им нужно попробовать еще один раз. Но Гатс говорит, что это бесполезно. Выйдет то же самое. В данный момент вся вода в заливе во власти этой твари. Если бы у Ширки была возможность позаимствовать силу высших элементалей, возможно, ей удалось бы подчинить ее себе. Но в таком городе вообще очень сложно призывать элементалей. Хотя даже если бы у нее получилось это сделать, вряд ли бы ей удалось удержать их. Гатс спрашивает, что насчет огненного колеса. В ответ он слышит, что этот дух очень силен, но в океане он не сможет проявить свою силу. К тому же, если она уйдет, Гатс вновь потеряет себя. Мечник говорит, что ей не надо уходить. Сменив дислокацию, он кое-что ей предлагает. Ширки думает, что справится, но это очень опасно. Размышлять сейчас времени нет. Стоит Гатсу подскользнуться, и он умрет. Однако Ширки беспокоится о нем. Мечник просит забыть об этом. Сейчас они в одинаковой опасности. Пусть она поверит в него так же, как и он верит в нее. Они разделят одну судьбу. Их тела и души будут соединены. Ширки соглашается. После чего они вновь говорят Серпико, что делать. Задача почти невыполнимая, но для них это не впервой. У них есть только один шанс, и вся надежда на него. Атака начинается. Дайба, глядя на это, считает, что у них нет понимания, когда следует отступать. Момент истины вот-вот наступит. Ширки призывает дух огненного колеса. Пусть этот дух примет ее врагов как святую жертву и наделит волшебной силой ее и этот меч. Их план срабатывает. Меч и сам Гатс запылали адским пламенем. Такого Дайба не ожидал, впрочем, как и все. Пожираемый пламенем, в потоке бешеных чувств, Гатс собирается нанести сокрушающий удар по Кандалине, которая пытается защититься. Но это не срабатывает. Огонь оказывается сильнее воды. Мечник попадает внутрь существа, а после говорит Дайбе, чтобы он не был так самоуверен. Пускай ловит подарочек из ада. Ему, наконец, удается уничтожить основное тело Кандалини. Удивительно, но у них все получилось. Старик повержен, он летит вниз. Но у него оказался запасной план. Некая летающая тварь спасает его. Мечник же падает в воду. Ширки говорит ему, что власть мага над Ундинами разрушена. Гатсу удается всплыть, но из-за ожогов он испытывает ужасную боль. Серпико спешит ему на помощь. Он обеспокоен состоянием Гатса. Но тот даже в такой ситуации умудряется отшутиться. Все-таки сработали они очень слаженно. Юноша восхищен мечником. Ширки говорит, что им нужно как можно скорее начать его лечение. Но Гатс спрашивает ее, как она себя чувствует. Волшебница молвит, что она больше никогда не согласится на такое опасное заклинание. Воитель просит ее не кричать об этом на ухо. Забравшись к Серпико, он говорит, что старик не так-то прост. Однако им удалось здорово его потрепать. Маг, улетая прочь, анализирует свое поражение. Так произошло из-за того, что он не думал о том, что мечник рискнет своей жизнью. Старик мечтал о том, чтобы построить на этой земле великую империю зла, и он не позволит никому разрушить эту мечту. Внезапно сам Ганишка громогласно заявил, что Дайба совершил ошибку. Он лично явился сюда, чтобы наказать мага. Какой позор. Дайба умудрился потерять почти всех Макар и даже допустил, чтобы Кундалини была разрушена. Маг в ужасе. Он умоляет не торопиться с выводами. Да, они понесли потери, но их армия была уничтожена не полностью. Если они соберут остатки сил. Но Ганишка не хочет слышать его жалкие оправдания. Ударом молнии он наказывает провинившегося. После наказания он обращается к остальным. В первую очередь он поздравляет их. Ведь им удалось нанести такой урон их армии Пишеч. Однако они непростые воины. В воине с ликом зверя он чует тьму, родственную ему. Он посчитал, что они служат его главному врагу, Ястребу. Гатс не понимает, о чем он.
Ганишка же собирается отправить их к нему. Ширки тут же обращается к Серпика. Император атакует. Кажется, что нашим героям не спастись. Он даже посчитал, что ему удалось их убить. Однако Ширки не зря обращалась к Серпика. Своими сильфами он спас всех. Правда, после такого его тело онемело. Ширки взволнована. Это было слишком опасно. Ганишка удивлен. Им это удалось пережить? Гац говорит Серпика, чтобы они прыгали. Им вновь удается увернуться от молнии. Однако Ганишка не мелочится. Он атакует снова и снова. Наблюдая за битвой, Дайба понимает, что мечнику не удастся противостоять ему. Увы, но он оказался прав. Очередной заряд молнии все-таки попадает по мечнику. Гац испытывает жуткую боль, пробирающую до самых костей. Досталось даже Ширке. Испытанная боль вернула ее сознание. Форнеза испуганно спросила, в порядке ли ее наставница. Но Ширке заботит только Гац. Дела мечника плохи, однако он все еще жив. Такое поражает Ганишку. Его молнии уже дважды попадали по нему, но он все еще трепыхается. Его жизненная сила восхитительна, но он вызвал его гнев и должен умереть. После чего он обрушивает еще один заряд молнии, который вновь попадает по мечнику. Кажется, что ему конец, но воитель сумел выкрутиться. Он укрылся за Драгонслеером. Правду говорят. Молния бьет в самую высокую точку. Ганишка рассвирепел. Его молнии сжигали апостолов, которые хотели иной жизни. Как он умудряется выстоять после стольких ударов? Он же всего лишь человек. Неужели он один из командующих Ястреба? Услышав это, Гатса переполнили эмоции. Он во весь голос рассмеялся. После чего сказал, что это самая плохая шутка из всех, что он когда-либо слышал. После всего того, что он пережил. Мечник, стиснув зубы, громогласно заявляет, что он человек. До самого мозга костей. И пусть он не смеет ставить его в один ряд с гребаными монстрами. И тут Ганишка замечает клеймо. Все становится на свои места. После того, как он сказал об этом, маг и ньюфаги в команде Гатса удивились. Император поражен такому стечению обстоятельств. Он и подумать не мог, что клейменный способен выжить. Он хочет ему предложить примкнуть к его армии. Гатс удивляется такому предложению. Дайба пытается переубедить своего хозяина. Но тут же получает заряд молнии. Сейчас все апостолы мира объединились под знаменем Ястреба. И среди них должен быть тот, кто клеймил его. Тот, кто принес в его жизнь ужас и отчаяние, от которых невозможно было сбежать. Тот, кого он ненавидит настолько яростно, что это дало ему силы выжить среди терзающей его тьмы. Он последний правитель в этом мире хаоса. Любого, кто захочет помешать ему осквернить этот мир, он обратит в пыль. Кровь Гатса отравлена ненавистью. Так пусть же он очистит свою кровь на пути к его господству. И пусть утопит в океане крови Ястреба и всю мошкару, что вьется вокруг него. Ведь только ради этого его сердце продолжает биться. Союзники Гатса замерли, ожидая решения своего предводителя. Наконец Гатс решается ответить. Кто бы мог подумать, что найдется апостол, который восстанет против руки бога. Он прямо как бешеный пес, кусающий руку хозяина. И Гатс не может сказать, что ему это не нравится. Только он выбрал плохое время для своего предложения. Ведь ему и без этого есть чем заняться. Пусть поищет кого-нибудь другого. Он может быть правителем чего угодно. Только пусть искрит где-нибудь в другом месте. А то это раздражает их. Реакция команды Гатса была неоднозначной. Дайба поражен смелостью человека. Сказать такое в лицо императору? Страшно представить, какая будет реакция. Ганишка громогласно заявляет, что в таком случае ему придется заплатить за смерть его пишач. Он собирается стереть в порошок мечника. Но тут его внимание привлекло то, что происходит в городе. Армия Ястреба прибыла на поле боя. Зод уже вовсю уничтожает пехотинцев Ганишки. Помимо него и другие апостолы явились в город. Ганишка понимает, что времени на мечника у него не осталось. К тому же стая апостолов нападает на него. Однако они совсем не страшат императора. Без особых проблем он уничтожает всех атакующих. Дождь из апостолов обрушивается на тех, кто был в безопасности. Манифика изумлен. Теперь чудовища сражаются друг с другом? Гатс кричит Серпика, чтобы он сваливал. Он справится сам. Чего бы ему это ни стоило. Серпика хотел бы поспорить, но мечник говорит, что он все равно не сможет улететь с ним. К тому же, пока его меч с ним, он будет в полном порядке. Все, что ему сейчас нужно, отдышаться. Серпика сдается и отступает. Глядя на сражение апостолов, Гатс понимает, что если он будет медлить, то участь его будет незавидна.
Но тут Гатс и остальные услышали свирепый рев Зода. Он готовится вступить в битву. Форнеза поражена. Они же уже видели его в Альбионе. Гатс удивился не меньше. Носферату наконец атакует. Он стремительно приближается к Императору. Даже разряд молнии не смог остановить его. На полной скорости Зод пробивает тело Ганишки. Однако ему это не принесло никакого урона. Дайба молвит, что никто не в силах ранить тело Великого Императора. Молнии поражают тело Носферату. Но он не собирается сдаваться и атакует Ганишку вновь. Мечник, наблюдая за этим, задается вопросом: неужели он собирается его прикончить? Тем временем апостолы поменьше пытаются убить Ганишку. У них даже получается напасть на него. Складывается впечатление, что у них может что-то получиться. Но Ганишка довольно быстро показал, что все их попытки бесполезны. Император создает волну, что поражает всех его противников. Даже Зода, что был дальше других. Носферату теряет контроль и падает прямо на Гатса, сбивая его. Внезапный флешбэк. Зод вспоминает разговор с апостолами. Локус говорит ему, чтобы он приготовился как следует, ведь скорее всего на битву явится и Император. Уходя от них, он натыкается на Соню. Носферату спрашивает, что ей нужно. Девушка отвечает, что скоро ему придется выбирать: снова встретиться с клинком, несущим смерть, или стать оружием наравне с ним. Бешенство или здравый расчет? Зверь или воин? И его противнику придется ответить на те же самые вопросы. Зод спрашивает, о ком она? Девушка говорит, что речь идет о том, кем он восхищается. Носферату спрашивают, что она говорит, но девушка не знает. Это очередное ее предсказание. После этого она уходит вместе с Мьюэлом на встречу с понтификом, оставив Зода в раздумьях. Увидев перед собой мечника, Зод понял, о ком идет речь. Гатс не растерялся и умудрился взобраться ему на спину. Носферату обращается к нему. Он и не думал встретить его здесь. Гатс тоже не рад его видеть. Сейчас он думает только о том, что в его силах снести голову Зоду. Носферату поражен тем, насколько Гатс кровожадный. Однако Император никуда не делся. Он вновь напоминает о себе ударом молнии. Но попасть в них ему не удалось. Гатс ехидно спрашивает Зода, неужели он способен только убегать и прятаться? Носферату отвечает, что ему плевать, о чем думает мечник. У них все равно нет оружия, способного одолеть туман. Ширки выходит на связь с мечником, спрашивая, как он себя чувствует. Гатс молвит, что все нормально, вот только ситуация становится все более абсурдной. Он спрашивает, что им делать со стариком Тучей, она же ведьма и должна знать. Ширки отвечает, что судя по всему это скопление элементалей, именно поэтому он может становиться таким огромным и исчезать, когда пожелает. Он находится не на нашем уровне реальности, а на более глубоком, куда не проникает материя. Его не поразить без магического оружия. Услышав это, Гатс понимает, что им нужно. Зод пытается сбросить его, но ему не удается это сделать. Носферату говорит, что ему пора сваливать, а разберется он с ним после того, как одолеет старика. Но у Гатса другие планы. Он напоминает ему, что тот недавно чуть не откинулся, и если он не хочет отбросить копыта, ему лучше лететь туда, куда он скажет. Разбираться они будут, когда покончат с ним. Зод повторяет, что у них нет оружия, способного поразить гром, но Гатс говорит, что его меч способен. Вспомнив слова Сони, Зод молвит, чтобы он готовил свой меч. Он полетит туда, куда он укажет. Пусть он покажет, как разрубит эту тучу. Ширки вглядывается в Ганишку, а затем говорит Гатсу, чтобы он бил в лоб, прямо между глаз. Мечника Носферату атакуют Императора. Он не успевает остановить их, и они на полной скорости поражают его. Молнии поразили обоих, однако им удалось вывести Ганишку из строя. Оба падают на землю. Император же медленно исчезает. Победа осталась за ними. В своих покоях Ганишка вопит от боли. Ему нанесли серьезное ранение. Солдаты удивлены. Туман медленно исчезает. Дайба перебрался на другой корабль. Ему докладывают, что отступление Дака и Пишичи еще не завершено. Он отвечает, что это не важно. У них нет места, чтобы вместить их всех. Магам нужно бросить их. Нельзя оставлять их врагам. Дайба удивлен. Он бы никогда не подумал, что кто-то сможет ранить Императора. Товарищи Гатса бегут к нему, чтобы узнать, жив он или нет. Зод приходит в себя первый. Гатс выглядит так, будто он видел некоторое дерьмо. Глядя на мечника, Зод говорит, что у них остался незаконченный спор. Так что пускай встает и покажет, на что способен. Он грозится разорвать его на куски и сожрать. А если он не сможет, то даже его смерти ему будет мало. Гатс тянется к своему мечу. Приложив усилия, ему все-таки удается встать.
Его товарищи в очередной раз поражены его силе. Посмотрев на него, Зод передумал. Он посчитал, что им будет лучше сразиться в следующий раз, когда они смогут позволить себе искупаться в крови друг друга. Внезапно один из апостолов вмешивается в беседу. Он хочет прикончить мечника. Он был заклеймен и принесен в жертву. Но Зод так не думает. Он хватает его за шею и напоминает, что они воины ястреба. Они участвуют в сражении. Хозяин приказал им разогнать кушанских тварей, а не потакать своим желаниям. Жизнь этого человека не их дело. Сказав это, он уходит. Но Гац останавливает его. Ведь если они здесь, это значит, что и Гриффит здесь. Зод говорит, а что он будет делать, когда узнает? Если он хочет сразиться с их хозяином, тогда это будет совсем другой разговор. Его разорвут в клочья, ведь он даже на ногах стоять не может. Ситуация накалена до предела. Ненависть Гатса вот-вот выплеснется, да и Зод готов наброситься на него. Но тут Серпика встает между ними. Он прекращает это. Свары между монстрами их не касаются. Разве не так? Гатс еле сдерживает свою ярость. Каска, глядя на все это, дрожит от страха. Мечник в итоге сдается. Ведь Серпика прав. Им не о чем разговаривать. Так что пусть проваливает. Посмотрев, как Носферату улетает, мечник тут же потерял сознание. Осмотрев его, Ширки говорит, что состояние Гатса плачевное. Серпика молвит, что складывается ощущение, будто мечника держало на ногах одно лишь упрямство. Родрик говорит, что им нужно как можно скорее переправить его на корабль. Здесь ему никто не сможет помочь. Исидора замечает лодку, на которую они смогут свалить отсюда. Родрику и Серпика удается перетащить Гатса на лодку. В ней, кстати, откисает Азан. Когда они отплыли, Форнеза подумала о том, что они не скоро увидят Землю. Интересно, что же теперь будет с этим миром? Что будет с отцом и матерью? Эльфы тут же принялись лечить Гатса. Наконец он смог открыть глаза. И вдалеке он увидел Гриффита, который, скорее всего, также увидел его. Однако сил находиться в сознании у Гатса нет, посему он закрывает глаза. Они почти добрались до корабля Родрика. А теперь внимание, знатоки! Если вы считаете, что меч Гатса весит 100-150 килограмм, то как вот эти двое смогли его занести на лодку? По Манифика видно, что он ничего, блин, тяжелее своего члена в руках не держал. А Исидора, ну он просто шкет. Куда ему такие веса таскать? Ответ жду в комментариях. Здрасте, можно? С вами Скерс. Огромное спасибо Дизу, Платону Лаврову, Карену 1984 и Максиму 426. Также вот этим ребятам. И тем, кто поддерживает на стримах. Без вас ролики выходили бы намного реже. Да и стримить каждодневно я не смог бы. Также хочу поздравить Алексея и Дев с днем рождения. Вроде не напутал. Всего хорошего, чтобы мечты сбывались, а все трудности давали новый опыт, а не разочарование. Закончил я на 293 главе. Следующий выпуск будет когда-нибудь потом. Примерно через 10-12 дней выпуск находится в работе. Также на Бусти валяется первая часть пересказа манхвы «Милый дом». На трубе выйдет ориентировочно в марте или конце февраля в формате длинного ролика. Если он получится слишком долгим, разобью на две части. Если вы хотите меня поддержать, то можете вступить в мой телеграм и вдарить по лайку. За комментарий отдельное спасибо. Я не особо фильтрую свою речь, такое ютубу не очень нравится. Поэтому судьба распространения моих пересказов полностью зависит от вас. Не особо хочется избегать красочных слов в пересказах и блюрить мангу, чтобы вписываться в необходимые рамки. А на сегодня все. С вами был Скерс, спасибо, что досмотрели до конца, скоро увидимся. Блять, это просто пизда, ебал, дремал нахуй, чтоб вы, блять, понимали, ёбаный в рот того казино, 93%, блять, 3 ёбаные минутки оставалось, 3 блядские минутки, 3, блять,
Три минуточки! Минуту тулечечки, блядь! Ну ебать его копать! А ну за что, блядь, это все со мной происходит? Ну нахуя ты так себя ведешь, ебаный Вегас, блядь? Я ебучих 40, блядь, минут ждал! Что, блядь, ну за что, нахуй? Почему, блядь, блядь, ну ебаный в рот. Я хочу умереть.